Мне задали один вопрос. Человек интересуется, почему кето-диета вредна. Что ж, давайте обсудим. Что такое кето-диета? По сути, это сжигание жира. Поэтому я спросил этого человека, сжигать жир вредно? Что ж, если о человеке можно сказать «кожа до кости», и у него в теле напрочь отсутствует жир, возможно, для него это и вредно. Но как сжигание жира может быть вредным? Наоборот, это очень полезно. Кето-диета вредна для владельцев фастфуда. Ведь мы рекомендуем не есть простые углеводы и фастфуд. Но я бы хотел разграничить кето-диету и здоровую кето-диету. Ведь если кто-то сидит на кето-диете, это вовсе не означает, что она на 100% здоровая. Здоровая она становится, когда вы снижаете углеводы и уровень инсулина. Это чрезвычайно полезно и помогает оздоровлению. Необходимо, чтобы в ваш рацион на кето-диете входили совершенно здоровые продукты. Чтобы вы получали питательные вещества и не ели всякую гадость. Кетогенная диета — это диета низкоуглеводная, среднебелковая и высокожировая. Чтобы войти в кетоз, надо лишь снизить углеводы. Обычно, когда говорят о кетодиете, качество еды не является предметом обсуждений. Вы можете употреблять трансжиры, генномодифицированные жиры и масла, переработанные продукты, полученные от животных, которых кормили зерном. Мы же хотим, чтобы вы придерживались именно здоровой, улучшенной версии кетодиеты. То, что вы снижаете углеводы, уже огромный шаг в верном направлении. Одно это значительно улучшит ваше здоровье. Далее поговорим о состоянии, известном как кетоацидоз. Это состояние опасное, хоть и очень редкое. Если у вас в теле заканчивается инсулин, и вы сжигаете столько жира, что pH крови становится чрезмерно кислотным, это весьма опасно. Это может произойти только при определенных условиях. Например, если у вас диабет первого типа, и вы не следите за сахаром в крови, просто игнорируете его. Либо, если у вас серьезная инфекция, травма, вы перенесли операцию или серьезно больны. Если вы в целом здоровы и соблюдаете здоровую кето-диету, вам это совершенно не грозит. Вы войдете в кетоз, но ваш pH даже не приблизится к опасной зоне. В описании есть ссылка на видео, рекомендую его посмотреть, чтобы понять это состояние. Итак, вредна ли кето-диета? Нет, не вредна. Сжигать жир — полезно. На этом все, до встречи. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых видео.